Всем привет! В этом видео вы узнаете о новом музыкальном событии в честь Аратаки Итта и какие награды можно будет за него получить. Ну и вступайте в нашу группу ВК, ссылочка есть в описании. Всем приятного просмотра! Итак, новое музыкальное событие стартует уже 13 июня и продлится по 4 июля. Условия для участия следующие. Необходимо завершить задание «Побег с острова Рита». Во время ивента вам нужно посетить место проведения фестиваля Аратаки Драмалонг и поиграть на маленьком барабане, подаренном Аратаки Итта. В этот раз событие будет отличаться по геймплею от предыдущих музыкальных событий и, возможно, даже будет сложнее. В событии были показаны мелодии таких персонажей, как Райден, Гюймия, Итта, Кадзуха, Тома, Кли. Других персонажей не показали, но скорее всего они есть. Также в этот раз разработчики о нас позаботились и добавили возможность настройки скорости нот и интерфейса под себя, поскольку игроки играют с разных устройств и не всем будет удобно проходить это событие. Ну а в награду за ивент можно будет получить 420 камней истока, мору, книжки с опытом, руду и другие материалы. А вам нравятся подобные музыкальные ивенты? Ответы пишите в комментариях. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!